Борьба с нелегальными мигрантами началась. Под пристальным вниманием сотрудников УФМС, рынки, стройки, все места, где обычно трудятся иностранцы без разрешающих документов. Рейды проводятся на протяжении всего года. На одном из них побывала и съемочная группа программы «Челны-24». Подробности у Эльмиры Гайнутдиновой. Квартира с утра 166. А вечером какое будет? Если в другом месте не пойду, значит, туда же. С подобных вопросов начинается проверка гостей из ближнего зарубежья. У каждого должна быть местная прописка и патент, чтобы жить и работать в Челнах. Подобные рейды проводят 6 раз в месяц. Несмотря на положительную динамику, без нарушений все же не обходится. Так, например, на рынке «Караван» у Ильшама Бабаева не было при себе документов. Мужчина, завидев сотрудников миграционной службы, попытался сбежать, но был доставлен в отдел. А вот как так получилось, что у вас при себе документов нет? Забыл дома. У меня 3 года документов, а 2 года я здесь живу. В списке наиболее распространенных нарушений – просроченная регистрация или вовсе ее отсутствие. Проблемы возникают и с патентом. Помимо рынков проверяются и стройки. Правда, застать здесь кого-то днем редко удается. Иностранцы предпочитают трудиться в ночное время. Тем не менее, в ходе рейда полицейским удалось задержать 3 приезжих. Если есть нарушения в количестве более 2 штук, то есть они будут временно помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в городе Казань, в дальнейшем будут выдворены за пределы Российской Федерации. В будущем необходимость отправлять мигрантов в Казань отпадет. В набережных Челнах появится Центр для временного содержания иностранцев, рассчитанный на 270 человек. Профинансирует строительство республика. Из бюджета на эти цели направят более 9 миллионов рублей. Место для нового объекта определено. Центр возведут на пустующем участке на улице Металлургической. Здесь появится 3 блока. 2 для мужчин и 1 для женщин. Кроме того, запланировано строительство отдельного корпуса для семейных пар. На территории организуют 9 прогулочных зон со спортивными и детскими площадками. Пока же идет поиск подрядчика. Заявки принимаются до 31 октября. Эльмира Гайнутдинова, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, Челны-24.